С восторгом встретим нашу любимую Аллу Юрьевну Маркину! Алла Маркина – это мама всех королев. И действительно, это уникальная женщина, очень харизматичная, добрая и такая фундаментальная. Знаете, она на себя взяла огромную миссию по спасению мира и семейных традиций и ценностей. Я очень рада, что у нее это получается. Аллочка, Алла Юрьевна, наша бесценная, драгоценная, несравненная Алла Юрьевна Маркина. С днем рождения тебя! С юбилеем. Он такой красивый, такой яркий, такой эффектный, впрочем, как и сама ты. Я хочу пожелать тебе, прежде всего, крепкого здоровья, побольше жизненных сил, побольше помощников рядом, потому что, конечно, то, что ты делаешь для этого мира и для человечества, это дорогого стоит, но надо немножечко оставлять энергии и жизненные силы для себя. Поэтому радуйся, наслаждайся этой жизнью. Впрочем, ты это делаешь, и всех заражаешь своей энергией, своим светлом и своим позитивом. Ура! Мы тебя все обожаем. С днем рождения, с юбилеем. Что я тебе пожелаю? Пожелайте любви, потому что любая шалунья хочет любви. Мужчина по-другому смотрит, и женщина по-другому. Любви, понимания, радости. Конечно, хотелось бы, чтобы каждая женщина не просто сидела дома на кухне, или, чтобы она занималась любимым делом, то, что ей нравится. У кого-то парикмахерская, кто-то готовит, кто-то делает дизайн. Каждый человек, я считаю, что вы должны показывать свои, реализовывать свои мечты, да, то, что вы умеете в жизни делать. Я считаю, что это правильно. Аллочка, мы с ней давно по жизни идем. Еще с 97-го года, когда я, будучи, работал директором Ставропольской краевой филармонии, мы с ней начали первые творческие работы именно этих конкурсов. И тогда я в Ставрополе также проводил такие конкурсы под ее эгидой. Она очень талантливый организатор, очень умница большая. И поэтому ей больших удач, больших побед. Я всегда с ней в ее команде. Дорогая Алла Юрьевна, поздравляю вас с вашим юбилеем. У вас каждый год юбилей, у вас столько, столько проектов, столько вы творите добра, любви, и столько вы сохраняете истории и ценности, что мы уже действительно огромная, большая семья. И мы вас очень сильно любим за ваше доброе сердце, за ваше, знаете, открытое, всегда открытое для всех душу и сердце. Вот бывают такие ситуации, что, да, конкурсантки выигрывают, уходят, уезжают. И бывают многие там чем-то недовольны, но вы никогда никого не осуждаете. Вы всегда всех любите и всегда с такой позиции независимого эксперта. Старайтесь понять человека с его, как говорится, колокольни. Но когда они к вам возвращаются, вы, как добрая мама, всегда открываете свои теплые объятия и принимаете их всех. За это мы вас очень сильно любим. Аллочка, Юриночка, любимочка, роднулечка, нашечка. Поздравляю вас с днем рождения. Я хочу попросить у Всевышнего, чтобы он сделал так, чтобы вы оставались всегда такой же задорной и юной девчушкой, которую мы все любим, боготворим, носим на руках. И хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы сделали, что вы делаете и будете делать. Вы у нас одна такая. Мы вас очень любим и с днем рождения.